такие сигнальные пешеходики, которые вечером при свете фар будут светиться у автолюбителей, и предупреждать их еще раз о том, что здесь пешеходный переход и нужно остановиться. Как вы думаете, это поможет снизить аварийную опасность при переходе именно здесь, на этом пешеходном переходе? Вряд ли. Да. Почему? Такие внимательные водители. Вот сейчас, вот вы здесь стоите, прям так все и останавливаются. Там пешеходов пока нет. Вот только девочки проходили, и не очень-то они останавливаются. Так что это так.